Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный и необычный салат «Красотка». Грушу очищаем от кожуры, желательно выбрать сочную и сладкую. И нарезаем мелким кубиком. Измельчаем грецкий орех. Курочку нарезаем средним кубиком. Пекинскую капусту измельчаем мелкой соломкой. Делаем заправку. 3 чайные ложки зернистой горчицы перемешиваем с 3 чайными ложками растительного масла. Выкладываем в миску капусту, курицу, грушу, измельченный орех, немного солим и добавляем заправку. Все хорошо перемешиваем. Отправляем на 30 минут в холодильник. Наш салатик готов, можно подавать к столу. Получается очень вкусный и сочный, а готовится всего за 10 минут. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока-пока!